Крепкая семья, крепкая страна. Под таким названием в Луге прошел образовательный форум. В Доме культуры собрались 12 молодых семей из города и поселков района. Было важно, чтобы семья пришла в полном составе – и мама, и папа, и дети. Поскольку главная задача форума – сблизить родных, напомнить традиционные способы общения и воспитания. Сейчас с родителем, не будем скрывать, проще дать ребенку сунуть в руки, извините, этот гаджет, чтобы он там не отвлекал. А потом еще ведь некоторые родители работают на двух, на трех работах, вот, чтобы обеспечить семью свою достойно, чтобы они хотят, чтобы дети получили и музыкальное образование, и художественное. Идея форума была выдвинута на ярмарку молодежных инициатив. Так проект получил грант администрации Лужского района. Все занятие проходило на двух основных площадках. На одной рассказывали сказки. Вела семинар Мария Егорова, руководитель театра кукол Дома культуры. В избушке сидит баба-яга, морда жилиная, нога глиняная. Сидит и братец на лавочке, играет золотыми яблочками. Увидела его сестра, подкралась, схватила и унесла. Для примера взяли сказку «Гуси-лебеди». После рассказа детям и родителям предложили показать всех героев с помощью подручных предметов. Лебедей, бабу-ягу и даже печку можно соорудить из того, что обычно находится в доме. На второй площадке шел мастер-класс по традиционным играм. Проводили участники коллективов «Зоренька» и «Любочажье». Хороводы, танцы, загадки – все эти игры были придуманы давно и скрашивали досуг семей веками, но в последние годы почти забылись. Здесь на самом деле классические руссконародные игры, которые развивают и моторику рук, и движение, и детям очень интересно все это. Форум проводился специально для молодых семей. Статистика говорит о том, что больше всего разводов приходится на первые 5-6 лет совместной жизни. Впоследствии планируется рамки акции расширить. Я хочу создать клуб молодых семей у нас на базе Дома культуры, чтобы мамочкам с детками, кто особенно сидит в декрете до 3 лет, они смогли прийти к нам и чем-то себя занять. Будь то там рукоделие вместе с детками, может быть, там какой-то творческий, да, сделать кружок, там, пение, танцы, все что угодно. Музыка, шутки, игры, общение. Погрузиться в эту атмосферу получается далеко не у каждой семьи и не во всякие выходные. Поэтому форум вызвал положительные эмоции и благодарность родителей.